Всем доброго дня, всем привет. Вот хочу продемонстрировать, как я сделал у себя сигнализацию на обрыв нити. Вот это кнопка дистанционного звонка. Вот здесь сделал. Вот уже сработало. Чуть-чуть нажал, уже сработало. Вот сам звонок вот так вот выглядит. Дистанционный. Лежит в кабине на полочке. Так, сейчас продемонстрирую. Сделаны такие вот. Это флажок. Раньше была просто визуальная. Но на нее я не смотрю. Вот. Вот здесь нитка. Гайка приваренная, 1.19 под ключ. Нитка продетая получается сквозь нее. Вот такие вот натяжники. И вот когда натяжник освобождается, и нитка. Продемонстрирую сейчас обрыв. Вот. Этот флажок упал. Вот. Ударил по кнопке, и все, сигнализация сразу срабатывает.